Как заказать экскурсии через интернет? Вы определились, куда вы едете, вы определились, когда вы едете, у вас есть билеты, и теперь вы хотите организовать на месте уже свой отдых. Находясь здесь, дома, вы хотите заказать себе экскурсии там, куда вы едете. Я вам хочу показать на конкретном примере, как это делается, что это не так и сложно, и что это даже можно и нужно это делать. Давайте рассмотрим это на примере Туристера. Есть такая туристическая социальная сеть Туристер. На самом деле несколько мест, где можно это заказать. Ну, на самом деле может быть и много, но конечное количество. Мы с вами рассмотрим пример Туристера.ру. Это достаточно удобный и полноценный, и очень много тут выбора, большое количество представлено гидов. Вот что он из себя представляет. Значит, немножко окинули взглядом сайт и нашли, что есть такой пункт «Частные гиды». Идем, смотрим, что тут у нас. Ага, выбираем направление. Либо здесь можно задать то место, куда мы едем, либо выбрать из списка. Мы едем в Европу, едем в Амстердам, к примеру. Выбираем Амстердам. И выходит список частных гидов в Амстердаме. Значит, на что тут надо обратить внимание? Естественно, на то, что было имя, фамилия и фотография. Что этот человек посещает этот сайт. Вот эта девушка тут была вчера буквально. У нее 11 экскурсий, 33 отзыва, есть сертификат и транспорт. То есть, в общем-то, она нас вполне устраивает. Но посмотрим, что тут еще есть. Значит, компания. С компанией мы не хотим, мы хотим частного гида. Вообще, на самом деле, если у вас едет достаточно много человек, ну, скажем так, от трех, то, возможно, даже вам проще будет заказать гида, потому что это уж намного получите больше информации, если вы возьмете частного гида. И в большой толпе 40 человек ходить и слушать внимательно, что там гид говорит, не всегда интересно, не все это любят. Поэтому мы выбираем из-за частного гида. Так, смотрим на девушку. 30 гидов 50 тоже неплохо. Смотрим, кто тут еще есть. Ага, 3 экскурсии. Один отзыв и не представлена информация ни о транспорте, ни о сертификате. Это не очень интересно. Ну, мальчика мы решили не брать. Мы, допустим, хотим выбрать девочку в экскурсоводы. Свой человек в Амстердаме тоже как-то не густо при таком количестве. Смотрим, кто тут еще есть. Ага, вот видите. То есть есть что повыбирать. Можно походить внутрь, посмотреть, что они предлагают. И что они из себя представляют в описании, уже когда мы выберем конкретное имя, фамилия. Ага, 13 экскурсий, ни одного отзыва, это тоже как-то не совсем непонятно. Потому что если работает гид с людьми, он уж явно находит с ними контакты, это нам важно. Кто тут еще есть? Ну, вот видите, как тут такой выбор достаточно выбор богат. Я вам просто иду, смотрю, что мы тут имеем, чтобы понять, какое количество людей представлены в Амстердаме, в Нидерландах. А, ну вот, Светлана Выгон, например, смотрите. 21 экскурсия, 49 отзывов, сертификат имеется, транспорт имеется. Ну, давайте на ее примере мы посмотрим, как это сделать, собственно, что мы хотели. Тут везде идет небольшая информация о человеке. И что, на что тут еще обратить внимание? Значит, смотрите. А есть сайт у этого человека, есть Skype, и она представлена в соцсетях, то есть есть автомобили, яхты с транспорта, и даже представлен сам диплом и лицензия. То есть как бы вся информация, которая гарантирует, что мы попадем в хорошие руки. И смотрите, что тут есть. Аренда парусной яхты. На самом деле не у всех есть парусные яхты в Амстердаме, всякие обзорки и национальный музей найдем у всех, а вот аренду парусной яхты я, наверное, выберу у этого гида. Нажимаем на кнопочку самой экскурсии, заходим, смотрим дополнительную экскурсию, что тут есть и какие нюансы этой экскурсии, тут все расписано, и нажимаем заказать экскурсию. То есть мы определились, мы идем на заказ экскурсии. Значит, смотрите, чтобы заказать эту экскурсию, мы должны написать свое имя. Допустим, ну,
можно английскими, можно русскими. Написать ваш e-mail. Значит, чтобы люди просто так не занимали время чужое, на ваш e-mail придет код. И вот этот код из письма вы вставите в это поле для того, чтобы подтвердить свои серьезные намерения. Что вы не просто так тут развлекаетесь, что вы заказываете эту экскурсию. Ну, допустим, вставили свой электронный адрес. Потом мы вставим код из письма, когда нажмем «Отправить код». Телефон не обязательно, количество человек. Дату, если можно, и комментарий какой-то к заявке, что, допустим, мы хотим, чтобы это было с утра или во второй половине дня, и чтобы вы нас встретили на транспорте, допустим, у гостиницы и так далее, и так далее. И нажимаете «Отправить заявку». Вот только в этом случае, если вы вставляете код из письма, который вышлет вам на адрес, только в этом случае вас свяжут с гидом, и гид ответит вам на письмо. И когда уже гид ответит вам на письмо, вы с ним по переписке или там в скайпе или по телефону уже обговорите конкретные условия. И, как правило, оплату с вас берут уже во время экскурсии. Но это вам все расскажет гид. То есть никаких здесь нет опасностей, никаких рисков. Поэтому рекомендую вам заранее позаботиться о своем отдыхе. А сейчас вы можете посмотреть зарисовки про Голландию. Здесь у вас ссылочки на экране. Вы можете посмотреть другие наши уроки, тоже зайти по ссылочке. Ну а вам счастливого пути!